Привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Открываем. А здесь у нас опять коннекторы для любителей проводов. Смотрим, что нам здесь китаец положил. Итак, друзья, вот такие коннекторы прислал Китай, значит, работают они в связке. Когда вам нужно к одному проводу подключить второй провод, не обязательно его разрезать пополам и делать эту тройную скрутку, которая впоследствии может окислиться и принести вам кучу проблем. Можно заказать вот такой вот фитинг, который позволяет вам с помощью крокодила и лезвия, который в него встроен, врезаться в провод с помощью просто простого движения. Так, у меня не нас вводится камера. Сейчас, секунду. То есть вот вы вставляете провод и защелкиваете. Провод прорезается, и крокодил врезается в провод. Таким образом у вас есть контакт электрический. Дальше с помощью вот такого контакта папа, который вы здесь подключаете к проводу, с помощью обычного, ну, вставили провод и зажали плоскогубцами вот здесь. Дальше вы его вставляете вот сюда. То есть вот у нас идет вот эта прорезь. И папа коннектится. Сейчас покажу. Одной рукой это сложно сделать. Выглядит это вот так. Ну и в любой момент вы можете эту связку прервать. Если вам вдруг понадобилось этот провод в будущем отключить, вы просто его отключаете, и все, крокодил можно оставить на месте, он полностью заизолирован. Такая коробочка из 50 штучек стоит там порядка меньше, чем 100 рублей. Ну и еще раз, вот по сравнению с вот таким коннектором, я его тоже себе заказывал, где просто один провод вы подключаете ко второму проводу, ну и как бы навсегда отключить вы потом можете с помощью удаления самого краба. То в этой скрутке вам достаточно просто вытащить вот этот коннектор, ну и на этом все. Ну, кроме того, что есть такой крокодил, сами понимаете, вот эти вот коннекторы типа папа можно использовать вообще в любом другом месте, не обязательно их связывать с вот этими крокодилами. То есть довольно универсально и очень полезно. Всем спасибо, всем пока, ссылка на товар в описании. Количество можно редактировать.